Друзья, и наконец-то прошел первый день, где каждый из нас получил по 900%. Друзья, вот это просто колоссально. То есть те люди, которые заходили на 10, на 90, на 250 и так далее, каждый получил 900%. То есть вы даже не представляете, насколько этот проект дает хайп в интернете. Вот один пример из вас, да, что на данный момент у меня 650 токенов. И 650 токенов, давайте возьмем калькулятор с вами и посчитаем, 650 токенов. Да, у меня в данный момент. Вот. И умножаем на сколько? На 900%. За одни сутки 900%. Умножаем на 900%. Ребят, это $5800. Это почти полмиллиона рублей за один день. Естественно, я такую сумму за раз не могу снять, потому что есть лимиты. И сейчас я вам покажу. А также это видео относится к тем людям, которые не хотят ни приглашать, ничего. Дополнительно здесь еще есть, да, для тех людей, кто любит строить команду. Также здесь есть бинар. Бинар, я думаю, каждый значит, что такое бинар. Здесь можно строить команды. Плюс до этого еще вы можете получать очень хорошие деньги. Ну что, давайте я вкратце покажу вам, да, то есть, опять же повторю, ребят, это видео для тех, кто в данный момент не хочет приглашать. Сумма в проекте идет от $10, то есть 10, 90, 250 и так далее. Вот здесь есть лимиты, то есть с левой стороны вот это вот показано по бинару, то есть вы можете снимать в день, то есть видите, дневной лимит партнеров, то есть с бинара, если вы на пакете, допустим, возьмем, давайте, на пакете 1300, да, то у нас в первый месяц до конца июня вы можете снимать каждый день по 1950. Как только прошел месяц, на второй месяц вы снимаете 1300. То есть у вас лимит такой, на что вы зашли. То есть если вы зашли на 1300, значит вы 1300 снимаете в день. На $600, значит в день $600. Вот это тоже зелененькое показано, это только у нас за активные участия. То есть только один месяц. С правой стороны, друзья, это показано пассив. Пассивный доход, который вы можете не приглашать, это недельный пассивный доход. То есть, если человек зашел, допустим, на $1300, то он получит первый месяц до конца июня, он будет получать в неделю по 975. Вот, а потом будет получать по $650. Вот это самое главное, запомните. Естественно, вот, допустим, у меня 6500, почти 6000 долларов, да? Вы скажете, Андрей, как это снять? Естественно, можно повышать лимиты, то есть докупать из заработанных денег. Вот у меня, допустим, да, есть сумма, я могу продать токенов и за эти деньги купить себе больше, то есть, допустим, да, перейти на $2700. И тогда я могу снимать в неделю уже $1500 в неделю. Естественно, у меня там больше сумма накопится. И так далее. Я потом куплю, допустим, перейду на 6500 и так далее. Естественно, друзья, я вам так скажу. У вас сумма всегда будет. Даже если у вас будет $1000000 в кабинете, и у вас, скажем, пакет максимальный, да, то есть вот 50 тысяч пакет, да, долларов будет стоить, то вы в неделю будете снимать только $30000. То есть, понимаете, да, что одно? $30000 в неделю. В неделю, в месяц 4 недели. То есть, получается, вы будете снимать примерно $120000 в неделю. А если еще команды строите, плюс 50 тысяч в день. $50000 это в день. Вот, ребят, это такое краткое видео, да, для тех, что понимали, пассивный доход здесь есть. Очень хороший пассивный доход. Не обязательно строить команды. Поэтому, если вы увидели этот видеоролик или вам дал спонсор, обратитесь к тому человеку, кто вам это дал ролик. Все, ребят, внизу будет ссылка для регистрации, также будет чат. Как только прошли вы регистрацию, вы можете спокойно попасть на наш чат, вот, где можете более подробнее узнать.